привет! Меня зовут Андрей Ткаченко, я промышленный дизайнер, художник, концепт-художник и просто рисовальщик. Я закончил кафедру промышленного дизайна в архитектурно-строительной академии. Ну и сколько себя помню, постоянно рисую автомобили. Одно из самых, на мой взгляд, больших достижений автомобили мне нравились с самого детства. Всегда хотелось придумывать какие-то новые автомобили. Ну, я хотел создать всегда автомобиль своей мечты. И, наверное, до сих пор меня продолжают это вдохновлять и двигать. Меня много что вдохновляет. Ну, это книги, фильмы, мои фантазии. Ну, наверное, это все идет из детства. Хотя я сейчас живу в современной культуре. И как промышленный дизайнер, а уж тем более как дизайнер, связанный с автомобильной техникой, я слежу за новыми трендами и веяниями. Но что-то в душе осталось из детства, и это, наверное, является движущей силой придумывания концептов в стиле ретро-футуризм. Процесс создания кастома начинается до того, как я начинаю рисовать. Я размышляю, придумываю, вынашиваю идеи. В основном я рисую сначала руками. Такая олдскульная история мне близка. Потом, если мне понравилась идея, я ее сканирую и перевожу в цифровой формат. Я сразу рисую на планшете, делаю скетчи, пробую разные идеи. Потом делаю финальный рисунок и работаю в цвете. Никаких секретов. Просто рисую. Рисую также в векторных программах. Это Corel Draw, Photoshop, Procreate. В общем, ничего особенного. Все зависит от того, насколько досконально я продумываю его. Иногда идея приходит, но так и уходит. Иногда процесс обдумывания занимает неделю, иногда меньше. Сам процесс рисования происходит довольно быстро. Главное, чтобы я четко понимал, что я хочу нарисовать. Примерно на один концепт я трачу неделю, ну, или там несколько дней. Мне очень понравилось само задание и вызвало просто неподдельный интерес. Тем более, что оно усложнялось тем, что нельзя было интерпретировать уже известные марки и модели автомобилей. Я думаю, получилось здорово, потому что вышел собирательный образ машин той эпохи. Ну, плюс элементы гоночного автомобиля, ну и грузовика с мороженым. Это такая гремучая смесь. Мне было очень интересно работать над этим проектом, и я надеюсь, что я справился должным образом. Тут как раз совместилось несовместимое. Тихоходный фургончик мороженого и гоночный автомобиль с антикрыльями, со всем атрибутом, гоночной подвеской, гоночными покрышками. Было очень интересно. Я был очень рад общению, знакомству с компанией Ubisoft. И тем более был рад, что я сам играл в игры этой компании в начале 2000-х. И Assassin's Creed, и Prince of Persia. Был очень рад, что меня заметили и заинтересовались мной.